В Петербурге его звали Георгием Баланчевадзе. В Париже у Дягилева он стал Джорджем Баланчиным, в Нью-Йорке – мистером Би. К трем частям своего самого известного балета Баланчин подобрал музыку, которая больше всего подходила цвету и значению камня. Изумруды – французский композитор Фаре, рубины – капричо Стравинского, бриллианты – третья симфония Чайковского. Задумывая в 1967 году этот спектакль, Баланчин хотел объединить в одном ожерелье драгоценности трех балетных школ – русской, французской и американской. Во времена Советского Союза это было невозможно. И лишь сегодня на сцене Мариинского театра его мечта исполняется. Три части драгоценности исполняют солисты театра трех столиц, ставших этапами в творчестве великого хореографа – Мариинского, Опера де Пари и Нью-Йорк-Сити Беллет. Вот это соединение на самом деле является неким вот таким важным, как бы завершающим, может быть, завершающим этапом вот прошедшего века с точки зрения классического балета. Артисты готовятся к выходу на сцену с тем же чувством, причастности к событию, которое войдет в историю танца. Я счастлив, что я сегодня нахожусь здесь, и для меня это очень важно, так как раньше мы не могли танцевать все вместе, и я очень рад, что я смогу сегодня вечером выступить на сцене в Санкт-Петербурге, и это получается как смесь какая-то различных школ и театров. Собрать три труппы в одном спектакле помог единственный в России фестиваль классического танца, в котором участвуют ведущие балетные компании мира. А зрители уже ждут новых открытий, самым ярким из которых должна стать мировая премьера балета «Принцесса Перлипат» или «Наказанное благородство» в сценографии Михаила Шемякина. Александр Чижинок, Сергей Шилов, Северо-Западное бюро ТВС, Санкт-Петербург.